Форточник, он знает. Слушай, ну давай, давай тогда обои срывать. На всей стене. А если обои нету? Слева, прям полностью. А у нас дом в таком виде. Ну ладно, давай Кусман вот такой вот. Ага. Вот, вот такой кусок обоев. А с середины ты сможешь содрать? Просто там же они с послойным нанесены. Типа. Ну, шпатель есть? А, можно, можно там отодрать. Ну, давай. Да. Удачи, блядь. А что, делаем или что? А, вы все, вылетаете? Мы продаем, пацаны, завтра. Нет, смысла, нет. Вы делаете? Делаете. Да. Блядь, нахуй, это надо, я в ахуе, блядь. Мне в задали, сразу ливнул. Мне кажется, типа, что сейчас отказалась, слабо ливнул. Не-не, я бы сделал. Это байт было, то, чтобы одного участника брать. Спатель можешь взять. Да нахуя мне спатель? Ебать. Так они на изи. Да. Ебать. Ну нахуй вот надо, блядь, друзья, ебаный зверник. Ебать. Ебанулся, блядь. Так, а вот. Сейчас, подожди, брат. Сейчас, подожди, тут пиздец, дядь. Что случилось? Смотри! Давай еще похуй! Хули он! Люди придут к квартиру смотреть! Никто не говорит, что нельзя наклеить обратно! Бля, пиздец! Подожди, это съемная или нет хаты? Я не понял! Это их, но они продают просто. Завтра люди тебя смотрят. Тебе надо, бля! Ебать! Чел пишет, плюс туалетная бумага! Ебать, такую сраку здоровую надо, а там Кентик, а там Кентик стоит уже, слышишь, он ждет, чтобы похавать. Ой, блядь. А как вы наклеите, блядь, это же пиздец, это вообще же не наклеится. А можно там по кусочкам проклеить? Не, брат, это пизда. Блядь, это... там... А мы не знаем, как лучше. А, ну это делается в настройках. А, да? Чё, Вадя, делать? Режь, брат, как тебе угодно. Пили, брат, пили. Режь, брат. Как тебе угодно. Так, я тогда поставлю просто коробку. Надеюсь, физики не пострадают. Да не, будет охуенно, если ты и с физиками прорежешь сразу вместе. Так, блядь, ебать, как неудобно, нахуй. А я, конечно, предлагаю вот эту хуйню вот отпилить вот так. Сука, ты как портной, блядь, обувщик. Давай ебашь просто и все. Блядь. Съебать. Я качество. Не режется, ебать. Сюда. Блядь, ты чё, блядь, молокаши скушал, пиздец? Ох, слышишь, для контента обрежь и засунь туда ногу, слышишь, засунь туда ногу потом. Носок обрежь, засунь туда ногу, ебать, поприкалываешься. Я лучше на полу это сделал, потому что стола убирается, это пиздец. Блядь, братик, где каша, блядь? Давай сильнее, жестче. Сейчас, блядь, да мне ж потом убирать, я же вообще, блядь, не участвую, нахуй. Кого это ебёт, блядь? А хуй-то торчит у него. Да. Осторожно. А нахуй ты только туда смотришь, блядь? А я случайность. Случайность? Вадя, что такое, брат? Да ничего, сейчас бордяж. Бля, наверное, пиздатые педали, да? Да похуй, брат, новый купишь, ебаный рот. Да похуй, давай, режь, блядь, уже покажи, что там, блядь. Дядь, блядь, типа, не хочется все засорять, пиздец. Хорошо. Потом пропылесошу тут. Смотри, сколько ты будешь резать. Да, с такими силами, блядь, можно до завтра резать. С твоими-то силами, бля, я ебу нахуй. Ты вообще никакущий, блядь. Давай, покажи. Дома не бьёт случайно, Илюха? Покажи силу, блядь. Покажи, нахуй. Разрежь нормально, не как девочка, блядь. Давай, блядь. Вот так ребром взял и пошел. Ой, вот смотри, там даже подошва. Ебать, посмотри. Просто подошва, нахуй, новая, дядь. Я тебе говорил, дядь, один раз. Ёбаный рот, блядь. Мне кажется, сейчас твои изи-бусты в рот выебутся. Так. Да ему похуй. Кстати, не режутся вообще нихуя. Да, просто у тебя руки слабые. Позови, может, кого-то другого, блядь. Это реклама Адидаса, блядь, сейчас какая-то. Я ебу. Возьми нож. Ножом точно не получится. Ну, может, нет, не подошва. Если нож хороший, поточный, то мне кажется, нормально будет. Бля, ебать, слабак ебаный. Мы ничего не видим. Мы ничего не видим. Андрюх, мы ничего не видим. Там такие волокна, понял, что там, ну, никак. Волокна, типа, же есть. Же есть. Это за педали, я бы не взял такие. Же есть. А я не знаю, кстати, они вообще сейчас продаются в синем цвете или нет. Они, возможно, не продаются в синем цвете. О, пошло. Это типа коллаба с Трием. Бля, опять слышу сам себя. С коллаба кроссовка с пилой. А теперь еще и с пилой коллаба, да, согласен, блядь. Не, у чела вообще сил нету, блядь. Кому я доверил, блядь? Ребят, зацените позу мою. Да, заебись, брат. Поза, блядь. Ебать, то подошва там реально плотная. Ля, какие. Хорошая. Классные сетки, да? Как бы ты палец не... ХЗ, стоило это того или нет, Арин, не знаю. Тебе решать.
Я тебе подошва уёбищная у тебя. Ну так нормально. Подошва режет. У меня? Это охуенная подошва. Не, а, не. Это, вот эта подошва на изи, ой, на изи. На кроссах самая лучшая. Да, а может что-то пофиксить, да. Я сам себя слышу постоянно. Это у бустера. А, он точно, он... блядь. Да, точно, это бустера. Опа, он... Чё там у вас? Вчерашняя палпи, да? Ничего, балдеем с кроссовками, блядь. Новую баночку себе налил, слышь, сейчас пополнил, блядь. О, идеально. Бля, почему Славе так везет? Он видим. Два круга ничего не делает. Ничего. Да я понимаешь, я, ну я типа я 100% недостоин выиграть в этом шоу, просто потому что здесь, бля, злой пил коктейль с такой дресни, блядь. Я бы тоже выпил бы легко. Вадя. Ты, да, но брат. Но не я, понимаешь, у типа. У него гастрит, он из-за этого. Блядь. Вот, и я бы, то есть я даже если я вдруг каким-то там волшебным образом выиграю, там, знаешь, типа, у нас дают какие-то задания. Ну, бы... честно, я вот всегда выебываюсь, что я бы выпил коктейль, а мне кажется, я бы даже мог бы не выпить, мне кажется, мне бы так воротило. Но если он бы я знал... полный стакан. Если бы я знал вот сразу, что мне злой скажет матрасу схуярить, я бы ему по-другому бы сделал, совсем другой коктейль, который бы он не выпил 100%. Брат, следующее задание я тебе задам, вообще не будешь нигде спать. Братишка, следующее задание я задаю тебе, так что... Будешь, блядь, спать, нахуй, клубочком, блядь, где-то, нахуй. Ой, слушай, пизда. Ебать тапочки балдежные новые. Дизайнерское решение очередное. Злой. Я задаю тебе, брат, ты знаешь это? Давай, брат, я знаю. Я сейчас силу задаю. Так. Не, я имею в виду, что потом по очереди я задаю. Я говорю, бустер никто сейчас не загадывает, получается, да? А ты мне что хотела захуярить? Не, мне просто интересно. Ты уж такая была, да, готова меня разъебать. Напиши мне три задания. Может быть, ты что-то придумала, я вообще, типа... Ты можешь буст просто снять, типа, и все, отклей буст нахуй. Расхуярь. Ну, да пусть там делают, давайте уже следующее задание. Давайте следующее задание, похуй. Ну, типа, все, кроссовка пизда. Этот я за 16 тысяч брал, а этот за 10. Типа, не бабки сервер, мне похуй на бабки, просто неудобно будет сидеть на этом мониторе. А, ну у нас тоже 10, ебаш, который за 10. А, ну значит ебаш. Все нормально. Злой сейчас сидит, думаю, спрашивал, а вы думали, как мне будет удобно на HyperX, блядь? Чё, брат? А вы думали, блядь? Сейчас я отключаю, подождите. А он же упадет сейчас. Да, ебал, его в окно. Не, в окно нельзя. Бля, сука, подожди, я чат перекину. Я отруби, дядь его. Отруби. Только грязно выеби его, по-братски. Бля, нормально. Пизда. Ну я твой урок ебал. Вадя, давай все-таки вот это. Не-не-не-не-не. Бля, ну это было пиздец. Это было объявление войны, слышишь, Ксюха? Да, это все жестко. Не, ну в смысле, она разъебашила этот, блядь. Да, по факту, это война у нас. Не-не-не, война в смысле, я с ней аккуратно общался, по-моему, типа. Мне нравится, что я еще нихуя не, типа, не разъебал, в принципе, я могу уйти, вообще ничего не потратил, блядь. Ебать, а какого разъебать, слышишь? Ему похуй. Дядь, я 4 года с кулака хуярил монитор, вообще похуй ему было. А ты можешь прям ёбнуть так, знаешь? Ничего не будет, ничего не будет. Ничего не будет. Ничего не будет. У меня основа. Если IPC матрица, то ему пизда уже. Не, ну там ТМ, наверное, думаю. Ебал, там тут, не IPS, это ж HyperX. Тут какая-то хуйня, какая-то хуйня. Это не HyperX, блядь, это какая-то наклейка, блядь. Это AOC, это AOC. Я и думаю, что это HyperX. Я тоже удивился, ебать, что ты упустил, слышь, хайпера Моники делают. Пол ебани. Смотри, знаешь, как я свой Моник все ломал? Я, короче, поставь на пол и просто хуярил, чтобы он на полу лежал. Ногами. А у него соседи... Не, ногами ничего не будет. Ногами не будет, надо какой-то молоток, типа, там, знаешь... Грязно его выеби, блядь. По-братски, на это пятно вчерашнее, блядь. Я не знаю, откуда оно. Да, рассказывай. Окей, сука, точно не на тебя, дрочи. Точно не на тебя. Покажи молник, мы не видим, брат. Туда. Дядь, есть молоток? Молоток есть? Молоток есть. Там не похуй. А пивные чем делаешь? Бля, я не делал пивные дома, еблан, блядь. Ну, блядь, возьми чё-то кувалду ебаную, блядь. Прям разгонись и прыгай на него, блядь. Да. Бля, долбоёб, всё ногу порежь, ты чё? А ну покешь всё там, аккуратно. Ебать, мой хуй, ебать, ты меня увечил. Пока. Я не знаю, как его разъебать. Обьём ты его в землю, нахуй! Не-не-не, не надо кидать, точно. Сюда! Это рамка! Слышь, ты можешь мне и стримить, а попробуй поднеси её к вебке, типа будет как рамка для вебки. О, там еще подсветка. А ну, достань рамку, слышь? Ебать! А ну, поднеси. Типа, в реал лайфе, понял? Типа, стрим в реал лайфе. А ну, покажи. Здорово, ребята, ебать, вот и хромаки.
Ебать, совместилось сегодня мы стримим игры Амара, ебать. Хорош, хорош. Да, ты уебал. Ебать ты фокусник нахуй. Ну, по сути, это не ну, это пизда, это... Ну, сука, это проник, это подарок, бы понял? Я сейчас разъебал подарок. Бля. Ты сам выбрал. Да я его рот там же ебал, мне похуй. Ебать, нихуя себе, а что это? Знаешь, что это? Микроволновка, блядь. Подбегайте, пацаны, я подарю. Слышь, дядь, отвези в HyperX, отвези в HyperX и спроси, чего он не работает. Скажи, чтобы обменяли. Слышь, чек остался, брат? По гарантии, блядь, пройдёт. Да, какая-то да. Хуйня вскрыть? Скажи, что он просто разваливается от игрушек, дядь. Ебать, какая-то хуйня вскрывается. Не тянет, просто анбоксинг, не тянет игры, блядь. Доллара, брат. Анбоксинг давай. Пошёл. Давай, давай. О, балдёж. Ну, кто-то вылетел, уже... по-моему. Слышишь, тут какой-то ещё скотч. Кто-то... Ебать, это типа термозащита. Чё, блядь? Какой-то очень важный участник, походу, мы даже не понимаем, кто это, блядь. А, Ариньян выключил вебку, я, походу, вниз нас спустил. Да-да. Что, блядь? Вы знали про это? Ебать, братан, ты сейчас там что-то найдешь, вообще клад нахуй. Клад нашел, реально. Ебать, а что это? Посылка из Даркнета, блядь. Что это, ебать? Это рентген, слышь, братан, он рентгены все делал. Да, он постоянно тебя фоткал, дядь. Да-да-да. Ебать, злой смеется. Ебать, ты наш доисторический человек, блядь. Короче, продам монитор, пацан. Идеальном состоянии. Идеальное состояние. Не-не-не, 4 с минусом. Не бит, не крашен, блядь. Не, 5 с минусом. Много людей проебали, все. 50 тысяч, блядь. Вот так вот, вот так. А мне завтра, кстати, шторы новые придут. Андрей, ты уверен? Спасибо. Давай, ёбану. Андрей, ебашь просто не думая. Ебашь, если бы я первый раз подстригался, это было бы на... Ебать, я на хайпариках сижу, блядь, на щели. Куда они? Я скоро так же буду, братан. На самом деле, блядь, ничего не изменилось. Поехали дальше. Слышишь, что? Оставь волосы, не выбрасывай их, оставь волосы. Как будто, слышь, как будто с кошки выпало, блядь. Слышь, потом их съешь. Потом я приклеиваю. А чё это за хуйня с квадратиками? Что это за квадратики, блядь? Почему мы видим весь интерфейс? У них интерфейс просто, да. Вот такая у вас четвёртая. Вот, что у вас за камера? Ой, блядь, давай нахуй. Они слышат? Что у вас за камера? Там не до тебя, братан, там сейчас не до камеры, блядь. Ебать. Не-не, мы по поводу его бороды сразу все решили, поэтому чуваки тут не смотрят. Не-не-не, ну это равноценно, ну равносильно, на самом деле. Я сказал, смотри, я сказал, Ксюха, режь волосы, она сказала нет, Вадим ее засейвил и сказал, что типа, ну если она не трогает свои волосы. Не, я сказал, что если Ксюха режет свои волосы, то значит он весит вверх и низ, типа. Да-да-да. Бля, 80 тысяч сейчас добьем, пиздец. Блять, если бы ты, Ксюха, тогда слилась, это был бы такой контент лютый, он бы сидел, прикинь, без бороды, без волос, это был бы пиздец. Так он должен был, по-моему, второе задание выбрать. Ну да, я кстати, одно. Я мог он выбрать одно сказал. Паспорт, но я нет, был тогда, тогда он сказал одно, тогда он одно сказал. У нас чат плачет. Нега, пристев, пристев. Мне тоже чат плачет, но у меня сапчат стоит, типа. Не, у них там прям все плачут. Ну вот если меня сейчас сапчат отключат, там будет пизда. Отключить сапчат? Сейчас пиздос будет, блядь. Жалко, мы не можем сделать ставки какие-нибудь, знаете, кто победит. Главное, что, знаешь, что у меня, типа, вот здесь не были мои, а здесь, типа... Все, у меня чат завис, чтобы вы понимали. Отключили сапчат. У меня чат завис. Рин, ты говоришь про ставки, но если человек согласился уже побриться на волосы, мне кажется, его ничего не остановит, блядь. Да. Уже... Сука, ебать вы звери, говорит, на похуй. Это уже будет, типа, настолько, мне кажется, ему похуй. Если он прошел через эту грань, то, типа, ему уже нечего терять. Хорошо. А как мне, если что, брить голову? Мне как брить голову? Вот этими ножницами? А это уже нельзя же сказать желание, в смысле, мы же сказали. Все в конце шоу будут просто лысые, короче. В смысле, нельзя? Не, нельзя повторяться. Нельзя повторяться. Забывайте то, что есть брови, да, еще есть разные места. Блин, ну, да, брови, да. Кстати, да, брови можно этой хуйней же, точно. Да, да, да. А брови можно обычной бритвой или этим триммером. Да, как же ебашит он грязно, типа, знаешь, ебать. Пацаны, а вот брови это уже не шутка. Без бровей это пизда. Не-не, брови не шутка, ребята, брови не шутка. Ебать, я крутой, нахуй. Ты как этот трюфель. Брови не шутка, брови волосы. Долбой, я сейчас сам обрею, нахуй. Злой, злой. Готов брови брить?
Брат! Готов! Ебать! Готов? Готов, брови злой? Я да. Да стойте, давайте уже. Мы готовы, брови. Подожди, подожди, можно я спрошу? Можно я спрошу? Илюх, 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 подожди, у меня к тебе вот такой вопрос. А если возможность что-то у тебя разъебать под замен, ну то есть я тебе типа что-то разъебу у тебя, но я тебе потом это куплю, можно? Объясню, объясню, Илюх, 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 подожди, Илюх, 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 смотри. Нет, смотри, 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 я объясню, Илюх, смотри. Да тихо, да тихо, подождите, Илюх, смотри, я могу Артуру загадать задание, чтобы он разъебал что-то у Артура, понял? Если он откажется, то ты разъебешь, я тебе куплю, понял? Бля, ну ладно. Я все оплачу фул до копейки, ты же понимаешь. Блядь, это тоже, опять же, смотря что это. Я понимаю, я понимаю. Если это мне необходимое, что не придет тоже, блядь, за неделю. Придет, брат, придет. Вот это печаль, блядь. Ой, вот это печаль. Ебать, дохнул, дул, блядь, мне не коснется. Не, ну у меня типа... Ливай быстрее, братан, блядь. Он мне написал, можно прийти посмотреть? Приходи. Ну как я как кукол не хотел посмотреть, бля, слышишь, мне кажется, тебе сейчас так лучше, дрон, слышишь? А сделай мне ирокез, куда ты хуяришь, вот так. Да, сначала ирокез, сначала ирокез. А давай, может, по центру, проведи по центру вообще. Давай по центру. Ирокез. Бля, дрон, да нормально выглядит. Давай по центру, по центру. Фасолька! Привет. Она не слышит. Здорово. Бля. Фасолька? Это фасолька. Бля, это пиздец. Моя Джана, мы с ней уже на свидание поедем после карантина. Бля, вы представьте просто, вот еще, ой, вот еще несколько мы месяцев мы назад, ребят, попал. Ребят, представьте, несколько месяцев назад мы просто сидели и играли шоу-матчи. Это был наш предел, блядь. Да ты что, рассказывай, блядь. Не, ну вы там, да, ну вас там... Бля, я говорю, наш, я имею в виду. Вы-то поняли, что делали. Это контент, однозначно контент. Наташ, ты готова скрываться, Наташ? Вы дошли до такого, то что типа вы планку задали, блядь, ведь людей уже не удивит, нахуй. Да, да, 80... Вадим, 80 тысяч онлайн. Да, это накрутка, Дим. Так это не общий онлайн, где-то 1100, да, есть? Общий онлайн 1100 будет. Посчитайте общий онлайн чат. 80 миллионов. Сейчас я прочекаю. Ебать. Ром, да нормально, слышишь? Ио, ты стримишь? Бля. Ребят, у нас совместный онлайн больше 110 тысяч или 120 даже пишут. Это пиздец. Да не, стила можно было не считать. Че ты выебаешь там, блядь, Илюх? А. Зато теперь на улице не буду ебаться. Ебать. Бля, кстати, бля, надо реально, надо злому реально, бля. Ты долбоёб, ты должен меня поддерживать. Не, бля, Андрюх, ты красава, Андрюх, ты красава, это жёстко. Знаешь, почему я ему задал? Потому что у него задний нет, он реально сделает, он ебанутый. Он всё, не, теперь точно не отступит. Я могу посоёбнуть, мне похуй. А ты готов, бля? Пацанчик с района, бля. Ему просто надо будет потом выровнять вот здесь вот. Фейс, фейс, молодой фейс. Слышишь, Андрюха, засними челлендж Рамзана Кадырова, вот этот, который был. Засними ему, отправь, блядь. Это же сейчас было как раз тема эта. Кстати, я ни разу в жизни на лысо не стригся, ни разу. Я тоже ни разу, вот что ты говоришь. Намёк твой услышал, брат. Справимся, мы холодно. Здесь тоже? А можешь мне теперь наоборот растить, я здесь привал. Бустер. Тебе здесь. А ты готов ливнуть, Илюша? Так ему везет! Ему постоянно везет, ему может и чат повезти. Он два хода не делал задания никакого. А игра дойдет до такого, то что. Ай, блять! Вот кто будет задавать задание, Бустер ему сюда. Блин, знаете, что надо было сделать? Надо было, наверное, сделать, чтобы человека не перескакивало. Потому что. Вот реально сейчас бустер два хода. Нет, базара ноль, но бустер два хода сидит АФК просто. А я и не против, я могу всех просить. А я и не спал. Не, я смотрю просто в ахуе, брат. Все девочки мои. Я примерно вижу финал уже, блядь. Да-да-да. Как все выглядит. Я говорю, Илюх, ты смотрел фильм Movie 43? Помнишь, где они типа начали нас прохуяриться? Бля, ну машинка у вас, слышишь, знатная такая, как будто... Ребят, я, блядь, типа... А мы её только купили. Там собачка что-то несёт. Это не... Я готов Excel, давай тебя пострижём, а потом тебе парик купим.
Это нормально. Возмести мне, блядь. Да. Я могу... Я могу утащить. Вавилон, слышишь, я могу утащить? Я могу. Я могу увеличить призовой до 100 тысяч. Но я не знаю, если это смысл. Вадим, похуй эти бабки. Послушай, послушай. А мы можем сейчас засейвить задание на Аласа? Тут кто-то еще кому-нибудь хочет скинуть по обоюдке, типа. Блин, я бы... Засейвим? Бля, я удумаю, как мне сделать, если мне скажут, вот как мне это сделать? Импалу вызывай. Стил, смотри, это конкретно на волосы, но кто-то может загадать, сделать типа кабриолет. Вот здесь вот по волосам. Это, ну да, да, реально ты гений, да, Илюха прав. Видишь, типа, можно так сделать дырку и так сидеть, до конца стрима, ебать. То есть, типа, у меня не кривая голова, блядь. Да, просто сделать кабриолетик. Ну да, да, интересно, слышишь? Он Генсуху уже согласна сделать. Кабриолетик. Суки, блядь, с ума схожу, блядь. Давайте бустеру, слышишь, по повязку вот так его обстригем посередине озера сделаем чисто, блядь. Этот нахуй, как его, пустыня, оазис, блядь, на голове. Слав, а если бы тебе сказали на лысо постричься, ты бы стричься? Озеро в лесу. А ну сравните с Андрюхой, Ну, типа плюс-минус. Камеру разъебал, но я даже знаю, я каждый день стримлю, типа, это пиздец. Я не буду. Если ты сливаешься, ты не думаешь, что я на тебя обижусь там, или такого не будет. Нет, Вадим, пойми, брови, ну, это как... пойти, не знаю, в армию, наверное. Ты это не поймешь, пока не попробуешь. Я не буду этого делать, но моя победа будет только в том, что ты их сбреешь, и ты посмотришь, как я ходил 2 месяца без бровей. Не, дядь, это не победа. Базара ноль, я иду, все, сейчас иду. Так, смотрите, есть кто сбривал, как мне лучше это делать, чтобы я... Ебать. Я снимаю, нахуй. Как мне лучше это делать? Брат, просто вот так. Вот так, вот так. Вот так, хуяк. Вот так? Вообще, да. Или сверху? Не спеши, брат, пожалуйста, не спеши, только не спеши. По чуть-чуть, не спеши. Так будет не больно, а вот так будет неприятно максимально. Типа не против, кстати. Вот так, да? Не-не-не. Да, вот так, да. Не спеши, брат, только не спеши. Брат, только не спеши, по-братски не спеши. Ты готов? Ты готов, что ты будешь таким? Брат, не спеши. Или ты вылетаешь. Давай, Вадя. Не, они через месяц уже вырастут. Я сделаю 100%, типа. Не, мужчина, вот. Мужчина, давай. Мне тоже Сэм так говорил. По чуть-чуть, брат. Мне надо воду принести. Блядь, сейчас у меня это пизда. Охуеть, брат, охуеть. Это пиздец. Это пизда, пацаны, ему пизда. Это пиздец. Пресс F. Да, ему две бры... Это чтоб ты плакал туда и слезы копил. Я это примерно представляю, как он бы. Бля, я думаю, где-то радуется один Дмитрий Ликс, который сейчас сидит такой, думает, бля, яйца в потолок покидал, да и просто нахуй. Но никто не запомнит, а вот это запомнят. У тебя почти 100 тысяч онлайн на стриме, а общий онлайн, ебать, там 130-150 тысяч, я не знаю, сколько онлайн. Ебать. Класс. Вадим, давай. Надо пиздец. Пошел, дядь. Тебе не больно? Остановись. Покажись. Пожалуйста. А теперь другую сторону вот так же. И соедини вот так вот. Вот такой без бровей будет красивый пиздец. Я сейчас фломастером нарисую. Он вообще сразу поменяется. Он мне сразу... Только обработай потом. Слышь, спиртом обработай брови. Сделай. Там злой, блядь, без бровей был вообще такой пиздец. Да, брат. Хотите фотку скину? Я сейчас фотку покажу. Не надо, только не на Дискорде, блядь. Блин, Наташа сейчас без задания будет. Почему без задания? А, я реально... Киньте фотку снова туда, где она... Да, а знаешь, я всего больше всего боюсь Модеста, я тебе серьезно говорю. Они такие жесткие. Я тебя загадываю. Я больше всего боюсь. Чел в чате написал, может, маска в снэпчате есть с бровями. Да, я уже подумал об этом.
Мне чел написал, который делает... Вот для кого чел, она, вот. Чел, который делает маски, он мне уже написал, чтобы понимали, что он мне сейчас делает маску с бровями. На злого смотрите без бровей. Эй, блядь, иди нахуй! Ты мне эту фотку, я выведу ее. А, я думала, это мама чья-то, это мама, блядь. Я на ногу похож. Идите на я отдыхал, это год назад было. Я Яцкевич, да? Да-да-да, это я. Я отдыхал, блядь, в кровати. О, нет. Смотрите, смотрите, ребята. Злой, а ты не думаешь о том, что вот все ты сделал зря? Типа нет? Нет, нет, поверь, нет. Ты столько всего сделал ради просто ради бровей, типа? Это стоило, да. Это стоило. Ебать, сука, бабуля, блядь. Это того стоило, блядь. Поверьте, это того стоит. Это стоит любых свеч. Блядь. Увидеть, как не ты их сбиваешь. Я ебал бы без бровей. Мне там еще по девочкам ходить, блядь. Без бровей. Куда мне и так не дают, блядь? Куда ты? Какие девки? Отдохни, отдохни, брат. А мне брат, не для кого стараться. У меня бабник, моя любовь хуй по имени. Брат, я когда сбивал брови, у меня была девушка, она плакала. Брат. Она плакала в телефон и говорила, что ты наделал, долбоеб. Да не, она дядь, плакала. Это пиздец, не-не. Вытри одну бровь, дай посмотрим. Если что, вот у тебя плакала, а мне пишет, купишь тени, я тебе научу рисовать. Вот это жена. О-о-о! Вот это поддержка. Да, ребят, поддержка. Слышишь? Пусть он сейчас пока не стирает, пусть в конце, когда вот так вот пойдет, он просто... Ебать ты красавица. А губки накрасишь? Не, Каролина не участвует. Илюха тоже не участвует, они просто как... Типа, не, я так, блядь. Как, типа, советчик. Илья, когда выключал стрим, он сказал, а что меня Вадя не позвал, я бы согласился. Не, я так не говорил. Ты говорил, да он птица бы раздушить рукой, нахуй. Ты просто... Ну ладно, похуй, я ничего не буду говорить, но типа я бы отказался. Вот что могу сейчас сказать. Типа... Что я говорил, стрим так жестко будет? Я сам не знал, что так жестко будет. Вот, ты не говорил, что... Знаете, почему? Можно я скажу? Ты не думал, ты всегда мне сколько раз говорил, знаете, что это жестко. Да, я буду жестко, но я не думал, что будет настолько же... Знаете, почему жестко? Знаете, почему сейчас жестко? Потому что я некоторых людей добавил. Я добавил Модесту, я добавил Стила, добавил со злой, и они начали борщить. Состав должен был быть я, Слава, Аринян, Генсуха и Дмитрий Ликс. Мы бы уже давным-давно закончили. Это факт, да. Да, брат, это идет в историю. И, типа, покажи. Я бы выиграл там 100%, я бы делал все, что угодно, а здесь... Покажи одну бровь, сотри нахуй эту пенку ебаную. Да, так интересно. Закрой одну сторону рукой. Хотите, покажу фотографию свою без бороды? Ебать, антилопа, блядь, тюлень, сука. Блядь. И на прищеление, блядь, кровать. Вадим, можно будет карандашом рисовать. Сейчас, я приду, секунду, мне в глаз попал. Бля, Вадя, прикинь, как ты будешь играть в мафию без бровей, там же все ушикаются. Это я без... Блин, прикольно. 800 тысяч? Сейчас бы 800 тысяч Ваде добить. А, там хуйня осталась, всего лишь 20к фолловеру, пацаны. Да, 20к, блядь. Да, кстати, ребята, обязательно фолловитесь на Ваде. Ой, ёб твою мать. Знаешь, как будто маска на нём какая-то. Ребят, знаете, что я вам скажу, ребят? Брови не главное в жизни. Главное, здоровье было, блядь. Человеку без бровей это легко говорить, блядь. Да, блядь, ты уже все потерял, брат. Ебать. Дядь, я когда шел на это шоу, я думал, максимум, что я буду делать, это обливаться молоком, если что. Ты сделал большую ошибку, что ты меня тогда не отпустил, брат. Ты сделал огромную ошибку. В смысле? Надо было меня просто отпустить, я хотел уходить, а ты говорил, ты что, очкошник? Не, я это задание хотел загадать, типа, кому-то, все равно, ну, я думаю, здесь пару человек бы только максимум выполнили такое задание. Брови? Да. Да. Бля, это, знаешь, это вот я сказал тебе на начале стрима, это вот если бы было финал, понял? Я вот думал, что тут выиграет, брови выпилились Наталова, бы только наверное. Андрюха, я думаю, даже Ксюха могла бы, вот злой, мне кажется, очковой бы. Злой, мне кажется, очковой чел говорить с одной бровой, блядь. Не, честно, лысым, типа, похуй вообще, ну, типа, ну, но... Брат, лысым похуй, брови не так, но без бровей, брат.
Брови намного сильнее. Это как... Вот, что ты понимал, ты сейчас бреешь брови, это как для меня борода. Вот без рофлов тебе говорю примерно так же. Я себя такой же голый чувствую просто без бороды. Это тяжело, пиздец. Не, я ничего не чувствую, мне вообще похуй. Брат, ты еще, ну, ничего страшного. Через ты еще не осознал, ты еще не осознал. Да. Нет, в смысле, я пол... Нет, я на полном серьезе говорю, мне похуй. Ну, прям, вообще похуй. Типа, я не буду делать какой-то концерт с этого, типа, ну, там... Но мне люди пишут, что у всех по-разному, понял, Лореш Суд? Типа, у кого-то за 20 дней, у кого-то 2 месяца, у кого какой? Например, Я думаю, у меня через неделю уже будет немного брови, типа. Ну, вот. У вас очень... У вас быстрее волосы растут намного. Да не парься, Вадь, все нормально будет. Без бровей недельку, 2 месяца. Как же он это сексуально делает? Это пиздец. Оно сложно. Если честно, немножко больновато. Я не знаю, зло было у тебя так или нет, мне немножко больновато. Мне машинкой брили, мне не бритвой, дядь, мне не бритвой били. Больновато. Брат, мне не бритвой брили, а машинкой. Тебе надо было сначала, понял, машинкой, потом бритвой. То есть вот так нельзя, как ты делаешь, это пиздец. У меня нету, к сожалению. К сожалению, они будут расти еще дольше. Да, дольше будут расти. Вадя. Да. Я после того, как ты побреешься, тебе нужно сказать, черти ебаные, я пошел хаос охуительный хаос. Включи на саундпаде музыку. Петушки ебаные. Он же тоже без брови, бля, чел. Как же на него смотрит Порошенко сзади, говорит, ебать, я долбоёб, типа, бля. Это Зеленский. Зеленский, дядь. А ты можешь посередине брови не сбивать и оставить? Как же они похожи, ебать. Не надо давить эту тему, бля. Не приедешь, блядь. Ну, в смысле, типа, фотка. Опа. Уже приехали, блядь. Чтоб ты понимал, мой дорогой зритель. Ебать, там где-то один радуется, один бустер, блядь. Он такой сидит, блядь. И он сбил брови. Он сбил брови, нахуй. Я вовремя ушел. А я вылетел. Это того стоило. Это мы что-то того скажу. Бля, это того не стоило, Зоя. Не, я честно скажу, если сейчас вот так, что будем загадывать дальше? Что сейчас будет вообще, блядь? Я готов, если чтобы вы понимали, я готов разъебать iPhone, нахуй, я готов просто все разъебать, нахуй. Готовы ли вы к этому? Не знаю. Да я говорю, вы переступили через ту грань, где уже, ну, уже все. Вообще похуй, блядь. Я почему-то думаю, что финал будет именно такой, типа дроны и Вилон. Вот что-то мне подсказывает. И они будут сидеть, я не знаю, и без бровей, без волос, блядь. И комнаты нахуй не будет, они уже... Если человек согласился уже, сидеть, блядь, такие. Да как можно вечно играть? Я еще сейчас не туплю, оно тут почему-то хуёво бреется. Так само тут хуёво брилось. Не побрилось, да, полностью? Ну не, нормально, брат. Не, нормально. Пропускаем, мне кажется. По-моему, так ему лучше даже. Реально. Петушки ебаные. Вадя, понимаешь, в мафию хочу тебя вот с таким видом. В мафию. Да нет, я в снэпе буду сидеть просто. Ну, типа, на стриме особо разницы не будет. Типа, я угорну просто. В смысле в снэпе, блядь? Ты все время будешь в снэпе сидеть? Да, в смысле. Мне сейчас чел сделает брови в снэпе, они у меня будут, типа, обычные. Может, не в снэпе даже волосы? Охуенно, когда они будут слетать. Он сказал, сейчас сделает мне точно такие же брови в снэпе. Дрон, заказывай волосы. Ну, я уже хотел заказать. Не, с бровями, кстати, нормально будет. Кстати, мы поставили новый рекорд у меня на канале. Спасибо вам большое, блядь. Это все твои брови, брат. Да, ну, все равно, столько они апнули. Ну, сейчас посмотрим на тебя. Может быть, что-то такое будет, что, блядь, и 100 тысяч. Я просто представляю, что творится в чатах у просто стримеров, там, наверное, всем пишут. Да, они все держат в курсе, типа, там Вадим. Там все же. Да не, ну там сейчас, кстати, легендарная мафия проходит, поэтому я хуй знаю. Легендарная мафия? Да. На них. Ну что? Шутка. Нет. Брат, я хочу посмотреть, как ты умоешься полностью на тебя. Ну, с Сильвернейм же больше страшно. Все, Вадя, давай холодной водичкой. 14.3. Там можно гелем после бритья обработать. А мне нет геля после бритья. Сейчас забреду. Пам-пара. 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 Поздравляю, Вадя, 105 тысяч онлайн. Он, знаешь, как будто постарел на 20 лет. На 30, на 40, блядь.
Ебать. Теперь тебе трудно. Нормально? Это пиздец, блядь. Нормально? Это ненормально, это пиздец, блядь. У тебя 115 тысяч онлайн, я держу в курсе. Пиздец. Ваня, рекорд. Попроси зафоловиться, брат. Ебать, ты начинаешь. Слишком серьезно. Кто я? А можно так сделать, типа думаешь, типа пиздец думаешь, вот так вот. Это на аватарке, разбирайте на аватарке, слышишь, на аватарке разбирайте. Пошел хавать. Петушки ебаные, вы все. На месте. Слушай, он с подсветкой, вот здесь подсветка, там внизу ебать проводов, смотри. Я даже его не подниму, наверное, хотя. Хотя, ну. А нахуй провода там? Давай, просто заходишь, блядь, как... Подожди, а может лучше не надо ножом? Просто ножом это как агрессия, типа, уже понял, такая. Да. Может, его просто... на предмет? Да. Да, чел, который хуярил клавиатуру, типа, его забанили. Да он же со злостью, а мы чисто... Я молотком вчера хуярил, блядь. Ты можешь разломать его просто на две части? А как ты че ебать? Ты можешь не со злости, ты можешь так аккуратно. Ты просто одной ногой встаешь на вот этот, а второй да. На спинку. Да. Я могу аккуратно, вот. Ну вот. Пошло вскрытие. Опа! Ебать! 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 Пиздец. Сейчас будем за этот стул базарить, ебал я его рот, блядь. Ну, да. Его там что-то влетело. Бля, кстати, вот это полезная хуйня, ты оставлю. Что это такое? Нахуя? Да, приятно. Я ебу, бля, нах тебя спрашивают твои вопросы, да я под аффектом. Ебать, у тебя аж встал, брат. Опять ты туда смотришь, ты заебал. Тебе же тебя туда смотрят. Бля, остались очень сильные игроки, пиздец. Так, вот здесь будет спать злой. Не похоже на парашу, блядь, но он здесь будет спать, не похоже. Никакой агрессии, блядь. Ух, ебать. Так, эту хуйню нахуй отцепляем. Бля, не представляешь, как он будет в финале реально. Это подушка Гинцухи, смотри. Нужно ее, по-моему, это открыть. Раскрыть надо. Смотри. Не надо ее вскрыть. Сейчас. Бля, у него флип пиздатенький такой. Да. Это этот? Блюгем? Да я ебу, что это нахуй? Говорит, подушку не надо скрывать, блядь. А он надо, пишет надо, что-то. Чтобы он, надо, чтобы он эту отломал. Верхушку. Спинку? Да. Фальшон, да. Подарок с дому, блядь. Что написано? А, блядь, не видно. Хуй видно. Хуй. Правильно. Садись. Первое слово, которое напишет русский человек. Пиздец. Пошел вскрытие. Ох, нихуя ты быстро, блядь, справился-то, блядь, с поролоном, нихуя ты, блядь. Закусывай пизду нахуй, комментатор ебаный, блядь, лучше так брови поднимай. Дим, а как ты думаешь, ты выиграешь в Модерстул или нет? Да хуй его знает. Пизда моей хате, ебать. Пошел процесс, которого уже не остановить, вот. Ой, блядь, как же он... Давай сейчас срач, брат, это Макдональдс сзади? Не, Макдональдс. Там что-то нету. Да это обычные коробки, блядь. Чудо, нахуй. Ебать, братан. Бля, ну стил красав. Мне нравится, что стил говорит и делает сразу. Ну, типа, нет вот этого. Ну, типа, там, блядь, знаешь. Согласен. Я человек слова, я мужчина, блядь, не похуй. Соглашусь. Красава, ну, прям красава. Он просто не ценит вещи там. Фу, блядь, не Я скажу про себя, что я тильтую, я могу неделю тильтовать, если у меня будет царапина на телефоне. То есть, ну... Типа, ну для шоу я готов разъебать. У меня нет ни одной царапины на телефоне. Ни одной. Ну, то есть, типа. А у меня, типа, нет никакого хлама. У меня все целое. То, что я люблю. То есть, у меня дома так, знаешь. Типа, у меня в
все самое любимое. Это так мило, когда ты это говоришь, а он стул нахуй разрывает. Да, просто дробит, блядь. Это игра! Ну я понимаю, я понимаю, я понимаю. Вот если бы у меня было какое-нибудь старое тоже кресло, я бы тоже его порвала. Мне кажется, извини, что... Старое кресло? Я тебе говорю, моя жопа, я даже здесь на нем не дрочил, чтобы ты понимала. И ни телку не ебал, ничего не делал, я не знаю. Смотрите, какой у меня новый телефон, прям идеально новый. Он просто целка. Бля, ну тут конструкция. У меня очень жалко, знаешь, царапины. Знаешь, всю мясную жалко, Вадим? Да, почему? Потому что конструкция, она пиздец, понял? Брат, это, а знаешь, что у меня вчера было, родной? Она очень мощная. Смотри, я, короче, беру матрас, и я охуел. Он у меня нигде не пролазил. Я не знаю, как его сюда занесли даже. Понимаешь? Я его начал выносить, это пиздец просто. Просто пиздец. Брат, как ты спал, расскажи. Да чекай, я, брат, на кровати спал. Чекай, что ой, на диване, на диване. А ты диван, кстати, когда ты спал, ты не раскрыл диван. Там нормально, когда ты раскрываешь. Понял? Я же тебе говорил, раскрой диван. Ты говоришь, а я понял. Да нет, да, я так привык, как бомж, блядь. Там просто ты так лежал, типа вот так вот. Понял? Типа, ты мог... Объясню, Генцов. Объясню, у кого-то ценности материальные, а у кого-то ценности моральные. Вот. Вот, вот, вот в чем прикол, понимаешь? Не знаю, честно скажу. Ебал я рот бабки, но вот мораль... Нет, мораль, нет, честно скажу, я думал, что Наташа, после вот вчера вот она жестко делала, она согласилась. Я думал, честно, она будет до конца идти. Типа, она будет... Я думал, она и кресло разобьет. Я готова была, но смотри, фотографии... А кресло? Ну что это варп-кресло? Ну разъеби ты его нахуй. У тебя еще второе есть, 100%. У тебя есть второе? Вадь, что принято? Товар принят или нет? О, дядя. Да ему пизда уже. Че, товар принят или нет? Не, разломай на дворе спинки. Ну я бы типа принял, Она не ломается, брат, не ломается. Кот ногами. Да не получается. Новое, это как, это знаешь, как работает типа с этими... Спрашивай, кто тебе задавал. Буффало. Как с буффало ариньян. Наташ, тебе... Подожди. Буффало ариньян 10 000 стоит, а мое кресло вот это 50, типа я... Дядь, эти буффало... Эти буффало я бы в рот выебал, веришь? Вот я бы их в рот выебал, эти буффало. Я говорю, я бы согласилась. Я даже когда ариньяна уходила, я говорила, типа, ну зря ты уходишь, потому что я бы порезала на твоем месте. Я готова была резать кроссы за, типа, за 15 000, за 18 000, типа, готова была. Ну да, разница 10 колоссальная. Ну вообще, ну типа кресло нет, оно новое, типа нет. Мне хуй пришлют потом еще такое кресло, а я типа давно-давно. Да пришлют, блядь. Пришлют, ты бы, блядь, им скинул, лучше. Ты бы им скинула стрим, на котором ты сидела в этом ты кресле, бы... блядь. Они бы тебе трон прислали, блядь, как в «Игре престолов», там бы мечи были настоящие. Вадя, ты хочешь, чтобы я еще заплеерил? Ну нет, в принципе, тебе того проще будет, потому что... Нет. Ну говори, я уже взял на захват, блядь. Бля, очень, очень жестко все пошло, прям пизда. Бля, я теперь понимаю, бля. Что заставляет людей в играх Габара это делать. Это ебать. Ебать. Залезь в него, слышишь? И залезь в него, брат. Ебать. Залезь в него, брат. Как же он ебал. Потом медведя подарит что. Как же он еблом затащился вниз, блядь. Они ее... Нет, но это чувствовалось, что это было важно. Когда я сказал про медведя, типа, я смотрел на Ксюшу, и Ксюша была, ну, типа, очень... Что хуйня, что там фасолька делает, это интересно. Фасолька! Закинь фасольку в один. Один закинь. Андрюх, закинь фасольку, кинь фасольки. А что упал? Ты ничего не упал? Да, прикиньте сюда, Оксана, фильм. Ленинатор. Я ничего не рвал. Блядь! Ксюш, покажись, Ксюш. Ты не плачешь? Осуждаю расчлененку. Ксюша, бедная Ксюша. Бля, мы такую грань переходим, это пиздец. Как песика зовут? Пизда. Не, ну попасть его можно сшить. Обратно. Ну можно его сшить. Его можно сшить, да. Его можно сшить. Его типа сошьют просто, и этот пух напихает, и все. Можно Илюха назвать, сошьют, блядь. Собака хочет добить.
А ну пусти, пускай добивает. Вам надо убрать, вам надо убрать 100% все. Собака нельзя, чтобы она пуху успела. Это очень такая важная хуйня. Пакет найди, вон мусорный здесь лежит. Да, вам надо 100% все убрать. Надо, чтобы собака вообще ничего не съела. За что Мишку? Я потому его и держу, потому что он сейчас нажрется, он все в рот тянет. А потом... сколько ему? Он сильный? Сильный? Сильно тебя этот прыгает? Да? Да. Где, блядь? Я ебу, Вов, помоги ему быстренько. Надо пакет большой, при вокзальный пакет такой, знаешь, имбовый да, такой, ебать. Напихайте вот, просто и положите в недоступное место для собаки. Уфи, давай, Ну вы просто... Нет, в смысле, я в ахуе. Она не плачет, она типа очень расстроена, по-невидно.